Тема детей из детских домов в последнее время постоянно обсуждается и в правительстве, и в СМИ. Президент России Владимир Путин в начале марта планирует посетить детский дом в Пскове, откуда в свое время выехали на усыновление в США Дима Яковлев, чьим именем назван скандально известный закон, и Максим Кузьмин, погибший недавно в штате Техас. Проблема детей, которые остались без родителей, в большинстве регионов России стоит очень остро. Ни один детский дом не может дать ребенку больше, чем семья. Но педагоги-наставники стараются приобщить детей к миру прекрасного и привить им эстетические навыки. Недавно благотворительный фонд «Доброе сердце» провел конкурс детского рисунка, где ребята представили свои работы, нарисованные под впечатлением просмотренного ими спектакля «Щелкунчик». Я много видела детского творчества, но я здесь просто поражена уровнем, редко так бывает, буквально всех вывешенных работ. Не говорим о модном нынче слове «энергетика», которое в каждой работе заложено, но просто это почти профессиональная работа, причем с чувством большим. И непременно нужно делать альбом, красочный альбом, в который вместить все эти работы, поддержать этих юных художников. Все интересны. Главное, что в каждой есть проявление творчества и желание выразить что-то свое личное, индивидуальное. И, конечно, приобщение к классике, к великому Щелкунчику, к балету Большого театра и музыке Чайковского нужно соответствовать. Они просто знают, как рисовать. И это уже хорошо. И делают они это с любовью, от души. Вообще любая творческая вот такая совместная ситуация создает интерес к общению, интерес. Я учился не то, что мне педагоги говорили, а тот, кто рисует рядом. Учитель просто все зачеркивал. А я смотрел, ах, как он умеет, а кто-то, смотрю, у меня уже смотрит, как я рисую. Вот это совместное творчество создает движение к вершинам, создает движение анализа, что ты можешь сравнивать себя и улучшать себя. И это важно еще и отношение к друг другу, к собрату, к товарищу, к коллеге. Отношения добрые, позитивные, которые дают человеку называться человеком. Вот это очень важно для любого детского ума, когда он не на компьютере, а делает что-то вручную, живыми как красками и своими руками. Наше искусство, оно на самом деле молчаливое, но оно очень чувствительное к эмоциям. И когда танцуем для детской аудитории, это всегда для нас особые спектакли и особые праздники. Каждый спектакль – праздник, но эти стоят всегда отдельно. И такой балет, как «Щелкунчик», балет-сказка, который очень хочется заражать. И когда ты видишь, что те эмоции, которые ты пыталась донести со сцены, возвращаются к тебе в таких прекрасных работах, которые сами создают по себе сказку, это на самом деле замечательно, и это прекрасно. Я очень счастлива, что мы, артисты Большого театра, смогли донести до детей определенные чувства, которые они попытались воплотить. И это очень большая радость для меня сейчас видеть лица детей, которые хотели тоже прожить эту сказку как в своем «Щелкунчике».